Неприятный запах в квартире, сырость и плесень на стенах. С такими проблемами сталкивался едва ли не каждый житель Твери. Как показывает практика, причина коммунальных неудобств кроется в забитых вентиляционных каналах. Зачастую собственники квартир даже не задумываются о том, что их тоже нужно прочищать. Причем следует это делать, как советуют специалисты, не реже одного раза в год. Однако очистка вентиляции – дело достаточно трудоемкое, а потому на помощь приходят профессионалы. Пенсионерка Валентина Яснова в небольшой квартире в поселке Сахарово живет вот уже почти 50 лет. Четырехэтажка старая, коммунальных проблем много. Однако какое-то время назад добавилась еще одна. Валентина Михайловна очень часто начала ощущать по всей квартире неприятный запах. Следом появилась сырость, а стены захватила плесень. Углы все черные, запахи всегда, неприятные запахи. Ну, в общем, ничего хорошего. Долгое время женщина не могла понять, в чем причина этих проблем, однако в какой-то момент ее осенило. Сырость и плесень появились из-за того, что в квартире уже давно никто не чистил вентиляционные каналы, как на кухне, так и в ванной комнате. Догадку подтвердили и соседи пенсионерки. Вентиляция никогда не чистилась, и у всех проблемы запахи, и вот эти углы черные. Однако самостоятельно прочистить вентиляционный ход для женщины, а уж тем более для пенсионерки, задача непосильная. Разрешить проблему помог счастливый случай. В дверь Валентины Михайловны позвонили специалисты компании «Экоклимат» и предложили услуги по очистке вентиляции. Мы не ждем, когда нам поступят заявки, мы их набираем сами. Ребята работают у нас группами по районам, представляются компания «Экоклимат». У каждого есть бейджик, у каждого есть договор. Работа специалистов компании делится на несколько этапов. Сначала проводится диагностика. С помощью эндоскопа специалист оценивает масштаб бедствия. Как правило, он огромен. Лишь 10-15% проверенных вентиляций не нуждаются в очистке. После чего мастера сначала промышленным пылесосом прочищают вентиляционный канал, затем гибкий вал со щеткой на конце чистит шахту до центрального стояка. Убирается весь крупный мусор, ставится новая решетка с антимоскитной сеткой. Хозяйке остается просто пыль протереть и все. Финальный штрих – процедура обработки сухим туманом. С ее помощью дезодорируется воздух и устраняются все неприятные запахи. А аромат, который клиент выберет по своему вкусу, продержится в помещении на протяжении нескольких недель.